Но ты два серебра, все нормально. Что не получилось во втором прыжке? Ты так уверенно выполнил первое, второй немножко смазывай, сложности понизили. Может быть, наверное, то, что устала. Физически да. Просто красиво. Да и морально. Андрей Федорович что-то очень долго там с арбитрами ругался, спорил из-за сложности. Ты-то как вот думаешь? Ну, я вообще с этими правилами особо так ничего не понимаю. Хорошо. А на брусьях было реально Бетти победить сегодня? Было. Да. А что ты не сделала тогда для этого? Мне плохо со скоком. Только из-за скока получилось. Я не удивлял, кстати, очень многие падали сегодня. Вот китаянки в обе группы. Почему так? Наверное, потому что очень тяжело расписание этих соревнований. Много дней получается выступать. Ну, не тебе ли это говорить? Ты ни одного финала не пропустила, пока они-то как раз пропускали. Как будешь устанавливаться к завтрашнему дню? Массаж, всякие процедуры. Тренировок не будет уже сегодня? Нет. То есть сейчас в отеле и празднуешь?